бежать от погони из поезда, взрывать вертолет и выполнять другие сложные трюки актеру Тому Крузу в фильме удавалось самостоятельно. Если сейчас, 51 год, Тому понадобится дублер-каскадер, мы отправим своего, уссурийского парня Семена Вавилова, на невыполнимую миссию. Последний случай машину продавал свою. Приехали смотреть ребята, и с ними девушка была одна. И вот она крутилась, потом спросила. Ну, вам не говорили, что похож? Так улыбаются люди. Смотрят, ну, ничего не говорят, но улыбаются, как будто они меня знают. После выхода очередного фильма с Томом Крузом Семену звонят друзья и в шутку спрашивают, когда будет новый фильм и как он будет называться. Я все не смотрел, честно, фильмы, но хочу все пересмотреть. Ну, прям все фильмы. Потому что он молодой, еще много где снимался. Ну, когда он молодой, я как бы не сильно похож. Когда ему лет 23, там, 25. А когда ближе, получается, к 40-35 лет, вот уже сильно похож. Отныне Семен ходит на стрижку в парикмахерскую с телефоном. Показывает фотографию Круза, чтобы добиться полного внешнего сходства. Хотя... Фанатею, не фанатею. Ну, в Америку бы поехал. В Голливуд. Встретиться. Пока миссия уссурийского двойника вполне выполнима. Забрать дочку Лилю со школы и беречь семью. Парень на 22 года младше своего знаменитого двойника. С американским актером и режиссером их объединяет любовь к автотранспорту и крепкая сила воли. Так наш Семен бросил курить спустя 12 лет. Он похож, что у них чуть-чуть одинаковые волосы и лицо одинаковое. Хороший, сильный. Папа твой такой же? Да. Интернет-зрители программы «Телемикс настроения» на странице в «Одноклассниках» проголосовали. 188 за то, что двойник похож на Тома Круза. 107 человек с этим не согласны. 7 вообще указали, что Семен – прототип другой знаменитости. Например, вылитый Алексей Ягудин. В общем, зачем ждать выставки восковых фигур? При встрече с живым двойником Тома Круза фотографируйтесь.